Итак, как же мы можем ответить на эти возражения? О том, что в Библии нет ошибок, но только по доктринальным вопросам. Но в ней могут быть ошибки, которые не влияют на доктрину. Что ж, здесь я хотел бы подчеркнуть несколько моментов. И первое и наиболее очевидное, что я хотел бы сказать, если бы все было так, то все тексты Писания, которые я процитировал вам, которые учат о безошибочности, а также этот вывод путем умозаключений, которые мы здесь писали на доске, все это оказывается ложным, что означает, что Писание должно быть ошибается, когда говорит, что все слова закона твоего истины. И когда Иисус молился и говорил, «Освети их истиной, и слово твое есть истина», он тоже ошибался. Это первая проблема. Но если мы повнимательнее рассмотрим это возражение, то увидим, что различие, о котором пишет Фуллер, между богооткровенным и небогооткровенным Писанием, доктринальным и фактологическим, самим Писанием нигде не утверждается. То же самое можно сказать и о Дэвисе. Писание нигде не различает понятие «безошибочность» и понятие «непогрешимость». И если на самом деле мы хотим говорить о том, о чем говорит сама Библия, то Библия этому не учит. Но давайте посмотрим еще повнимательнее. Вы можете сказать, что ж, хорошо, ну да, Писание не разделяет богооткровенное и небогооткровенное. Но все-таки, разве не верно такое разделение, что есть разные виды Писания? И ведь на самом деле не так важно, если в каких-то фактах небогооткровенного Писания есть ошибки. Но давайте мы с вами вместе задумаемся об этом. Далее я хочу сказать о том, что Писание не только не делает такого различения, но то, чему учит Писание, как раз показывает обратное. И позвольте мне показать, почему. Я хочу сказать вам следующее. Вот несколько предложений. И если это не прямые цитаты из Библии, это выводы о том, чему учит Библия. И давайте подумаем, применимо ли здесь богооткровенное и небогооткровенное разделение. Вот послушайте. Утверждение первое. Иисус — это Сын Божий. Это доктринальное утверждение или просто факт? И то, и другое. Это, несомненно, доктринальное утверждение, но также в этом утверждении говорится о том, что некогда в истории был человек, которого звали Иисус, и Он был и есть Божественный Сын Божий. Что ж, следующее утверждение. Это прямая цитата из Писания. «Слово стало плотью и обитало среди нас». Доктрина или факт? И то, и другое, так? Что ж, давайте попробуем еще одно. Иисус Христос воскрес из мертвых на третий день. Доктрина или факт? И то, и другое, так? Даже утверждение о том, что Библия — это продукт Божьего дыхания, или, если хотите, все Писание богодухновенно. Доктрина или факт? И то, и другое, так? Несомненно, это доктрина. Но также это заявление о неком факте, что есть книга, написанная за много столетий, но на деле это есть Слово Божие. Да, пожалуйста. Но не будет ли это богооткровенным Писанием?
в противоположность небогооткровенному. Но делается заявление о том, что различие между богооткровенным и небогооткровенным — это своего рода отличие между доктринальным и фактологическим материалом Библии. Нет. То, что слово стало плотью, должно было быть открыто. Вы не узнали бы об этом сами. Нет, мы могли бы узнать. Во всяком случае, если бы слышали проповедь тех, кто были рядом в этот момент. Но вопрос все равно вот в чем. Где же сама Библия проводит такое разграничение? И второй момент, когда вы пытаетесь применить это к текстам наподобие этих, вы не можете. Вы не можете в этом утверждении отделить доктринальное от фактологического. И вопрос даже не в том, как мы можем это узнать, и можем ли мы это узнать, говоря о какой-то информации. Вопрос в другом. Может ли это быть только доктринальным заявлением и не иметь никакого отношения к фактам истории? Потому что то, что говорят Фуллер и Дэвис и Майкелсон, но по большему счету Фуллер и Дэвис, это то, что есть утверждения в Библии, которые не имеют отношения к доктрине. Они относятся только лишь к фактам истории. И вот в таких утверждениях могут быть ошибки. И да, чтобы узнать об этом, ну, совсем не обязательно читать Библию. Об этом можно узнать из других источников, но не на этом основывается разделение. Оно основывается на том, что это лишь фактические заявления, и в них могут быть ошибки, но есть другие заявления, которые не относятся к обычным фактам истории, и вот в них нет ошибок. Что ж, как я уже сказал, все эти предложения одновременно и доктринальные, и исторические факты. Более того, я думаю, нужно сказать еще кое-что. Если фактологическая составляющая в этих предложениях содержит ошибки, то и доктринальная часть тоже должна быть ошибочной. Зачем вообще я об этом говорю? Потому что делается заявление, что можно разделить утверждение в Писании на чисто доктринальное, в которых нет никаких ошибок, и другие, которые чисто исторические, и вот в них как раз и могут быть ошибки. Что ж, я не хочу отрицать того, что есть тексты в Писании, в которых очень трудно увидеть доктринальную составляющую. Очень много цифр в Ветхом Завете, перечни царей и многое подобное этому, очень трудно объяснить, в чем же доктринальная составляющая в этих текстах. И вполне возможно, что верно и обратное. Есть утверждения в Библии, скажем, о небесах, об аде и рае, скажем. И мы с вами прекрасно понимаем, что это доктринальные утверждения. Но если в этих утверждениях не содержится никаких фактов, то что происходит с доктриной? Но это уже не относится к теме. То, что мы по-разному определяем истинность утверждений об аде и рае и утверждений о царях и кто был их сыновьями и дочерьми, мы определяем истинность этих утверждений по-разному, но это не то, о чем говорят вот эти люди. Они говорят, что есть два вида Писания, и одни утверждения могут содержать ошибки, а другие нет. Что ж, давайте посмотрим, а само Писание говорит о таком разделении? Затем давайте посмотрим, а возможно ли такое разделение? Да, можно отделить некоторые тексты от других, но проблема в том, что те тексты, которые я вам процитировал, я думаю, все с этим согласятся, одновременно и доктринальные, и фактологические. Иисус — Сын Божий, Он воскрес из мертвых, Писание — это Божье Слово. Разве это не самые важные утверждения? И эти утверждения не являются исключительно доктринальными или исключительно фактологическими.
Они то и то одновременно. И если в каких-то фактах Писания могут быть ошибки, то что если ошибки окажутся вот в каких-то из этих утверждениях? Что ж, тогда это многое поменяет, чем утверждение о горчичном зерне или о том, кто возбудил Давида исчислить народ. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, как некоторые авторы указали, самая главная проблема с этим возражением о безошибочности Писания в том, что оно, по сути, иррационально. И позвольте мне объяснить, в чем эта иррациональность. И я с этим, по сути, согласен. Фуллер говорит, что вы можете быть уверены, что богооткровенное Писание безошибочно. И, между прочим, мы бы никогда не узнали информацию из этого Писания, если бы Бог нам это не открыл. И мы никак эмпирическим путем не сможем подтвердить истинность этих утверждений. Мы лишь можем верить Фуллеру, что это истина. Но, с другой стороны, есть информация в Писании, которую можно проверить путем исследований, и можно убедиться, истинна она или ложна, и сказать, да, есть ошибки здесь и здесь. Но неужели мы должны поверить, что если есть ошибки в том, что мы можем проверить, то нет никаких ошибок в той части Писания, которой у нас нет доступа, и мы не можем проверить. Совершенно ясно, что и у Фуллера нет никаких особых способностей проверить истинность этих утверждений, как и у нас. А раз у него нет особых способностей проверить истинность или ложность доктринальных утверждений, то откуда он знает, что в них нет ошибок? Вот подумайте, если мне говорят, что в том, что я могу проверить, могут быть ошибки, но в том, что я не могу проверить, ошибок нет. И я могу быть полностью уверен, что все это истина. Но кто вообще в это будет верить? Вот попробуйте предложить это атеисту. Вот основные утверждения христианства, во что я верю, это то, что ты никогда не сможешь проверить, убедиться в истинности этого никакими способами, известными в этом мире. Но знаешь, что я тебе скажу? Просто поверь мне, что это все истина. Что атеист скажет на это? Но именно к этому, по сути, призывает нас Фуллер. Вы бы никогда об этом не узнали, если бы Бог вам не открыл, и, между прочим, вы никогда не сможете проверить всю эту информацию никакими известными способами в этом мире. Но вы просто поверьте мне, что никаких проблем нет. Несмотря даже на то, что в той информации, которую вы можете проверить, там есть ошибки. Кто в здравом уме поверит этому? А когда еще к тому же речь идет о таких важных вопросах, как в этом случае, и в чем же важность? А в том, что Библия говорит мне о том, как попасть на небо, и если она полностью безошибочна, то это одно, но если в Библии, которая говорит мне о том, как попасть на небо, есть ошибки, то это очень серьезно. И это серьезно в любом случае. Что ж, я думаю, достаточно по этому вопросу. Замечания или вопросы, прежде чем мы уйдем на перерыв?
А как бы сам Фуллер ответил на это? Что ж, он никогда свой ответ не давал. Очевидно, что он старше меня. Хотя, я думаю, он сказал бы следующее. Да, но посмотрите на ошибки. Вот с этого все начинается. Это все звучит здорово, но если вы посмотрите на Писание, там есть очевидные ошибки. Что ж, да. Я бы мог сказать противоположное. Библия должна быть безошибочной в фактологическом материале, чтобы убедить меня в истинности той информации, которую проверить я не могу. Вот такой подход позволяет мне делать различие между фактологическим материалом и доктринальным. Что ж, я думаю, есть случаи, и мы о них упомянули, когда трудно увидеть, в чем же доктринальная составляющая, когда есть перечни того, кто когда родился, кто когда правил и подобное этому. И точно так же вопросы, касающиеся небес. Нам бы хотелось бы сказать, что все это факты, но это не такие факты, как факты в этом мире, которые мы можем проверить и измерить, и убедиться в истинности, как мы, скажем, проводим какое-либо исследование. Но я не говорю, что это вообще не имеет никакого смысла. Я говорю о том, что есть множество библейских утверждений, в которых вообще трудно провести такое разделение. И тогда что делать? Если мы последуем за Фуллером, Дэвисом и Майклсоном и скажем, что некоторые факты в Писании могут быть ошибочными, но что, если какие-то из этих фактов окажутся теми фактами, которые связаны с доктринальными выводами? И пусть не со всеми доктринальными выводами, но хотя бы с одним или с двумя у нас уже будут проблемы, как мне представляется. Поэтому я еще раз хочу повторить. Не только Писание не говорит о таком разделении, но даже когда вы пытаетесь применить это разделение, вы не можете, даже к таким важным текстам. Но когда Фуллер и Дэвис говорят нам о том, что какие-то факты в Писании могут быть ошибочны, что же тогда, если фактологические ошибки окажутся как раз в этих стихах, которые в то же время доктринальны? А нам говорят, нет-нет, в доктринальной части нет ошибок. Но как вы это можете знать? Если вы говорите мне, что в фактах могут быть ошибки, а я понимаю, что доктринальные утверждения связаны с фактическими, и после всего этого вы хотите, чтобы я поверил, что те факты, которые связаны с доктринами, не содержат ошибки, а другие факты содержат? Но почему я должен в это верить? Ведь и те, и другие факты содержатся в книге, написанной одним и тем же автором. Вот, скажем, притча о горчичном зерне записана в Евангелии от Матфея. А разве Матфей ничего не говорит о том, что Иисус Сын Божий? Говорит? Ничего ж себе! И что же теперь делать? Если Матфей мог допустить ошибку в одних фактах, то это лишь доказывает, что вполне возможно, что он мог допустить ошибку и в других случаях. Что ж, класс, давайте сейчас сделаем перерыв. Следующее возражение, я думаю, мы разберем быстрее. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.